Дорогие казахстанцы, завтра, 1 ноября 2019 года, меня собираются несправедливо судить. Я с этим категорически не согласна. Дело сфабриковано. Вы все свидетели, что своими видеообращениями я борюсь за наши с вами права. Сейчас я взываю к вашей помощи. Прошу вас, не оставляйте, пожалуйста, меня один на один с этой кровавой системой. Всех неравнодушных к судьбе своей страны и, в частности, к моей, прошу быть завтра, 1 ноября, в 9 утра по адресу город Уральск, микрорайон 5, строение 12, административный суд города Уральск. Констанция, помните, пожалуйста, что только вместе мы сила, нас больше.